Сегодня на курорте памятный день. На плацу военной части 1141-го гвардейского артиллерийского полка состоялась церемония передачи знамени новому командиру. В торжественной обстановке начальник Анапского военного гарнизона, гвардии полковник Александр Калиш, передал георгиевское знамя полка Александру Лютову. Гвардии полковник Александр Калиш был командиром 1141-го артполка с сентября 2018 года. Из Анапы он уходит на повышение. Гвардии полковник Александр Лютов до назначения проходил службу в должности начальника штаба 1140-го артполка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Оба дважды награждены орденом мужества. Первые лица города поблагодарили экс-командира части и дали теплое напутствие новому. Мы вас приветствуем в нашем городе. Желаем вам успехов в новой должности, Александр Анатольевич. Силы, служба у вас очень сложная, но мы рядом, наш город весь полностью поддерживает вас. Администрация, конечно, всегда готова принимать участие во всех вещах, которые связаны с тем, чтобы вас поддержать. Сегодня, в этот светлый день, замечательный ритуал передачи знамени. Немножко грустно от того, что наш боевой товарищ Александр Александрович Калиш меняет место прописки. Но я думаю, что это ненадолго. Почему-то кажется, что он совсем скоро опять будет с нами. Ну и, конечно, хочется сказать ему слова благодарности за тот вклад, который он внес в развитие части, в развитие тех своих подчиненных, которые сегодня и на СВО, и здесь, и с честью выполняют долг перед Отечеством. Первый вице-мэр вручил Александру Калишу благодарность мэра Анапы за вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета и военно-патриотическое воспитание молодежи. Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа регион.